Более 216 тысяч барнаульцев в Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном и Октябрьском районах лишатся горячей и холодной воды на 2 дня. Вынужденное перекрытие сети проведут из-за технических работ. В администрации города прошло оперативное совещание, где обсудили отключение водоснабжения в связи с заменой 3 запорно-регулирующих арматур диаметром 600 мм в Индустриальном районе. Собрались мы здесь, потому что у нас большая зона отключения. Все эти мероприятия обеспечат надежное водоснабжение барнаульцев в зимний период. Замена запорных арматур в будущем при возникновении аварийных ситуаций, проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях позволит значительно уменьшить зону отключений, попавших в нее количество абонентов. Барнаульский водоканал и администрация города согласовала проведение работ в ночной период и в выходной день, чтобы нам минимизировать отключение социальных объектов, чтобы школы и детские сады, которые в этот момент не будут, соответственно, принимать детей, они в этом случае как бы не пострадают. Воды не будет в 70 детских садах, 41 школе и 23 медучреждениях. Также в зону отключения попадает более 900 многоквартирных домов и около 4500 частных владений. Над организацией подвоза воды уже работают. Барнаульский водоканал по заявкам будет подвозить воду, но большое количество населения не позволит охватить полностью. Поэтому просим запастись ресурсом, отнестись к нашей работе с пониманием. И, конечно же, в первую очередь будет вода подвозиться в медицинские учреждения, стационары, где находятся люди на лечении. Приносим свои извинения, еще раз просим отнестись с пониманием к нашей работе. По вопросам, связанным с подвозом воды и работами, можно обратиться по телефонам на экране. В ходе совещания отметили, что работы никак не повлияют на подачу отопления. Данил Кузнецов, «День с толком».